Павло Шульга – експерт Офісу Уповноваженого Президента України з прав дитини. Багатодітний батько. Вітаємо вас у студії «Нового дня». Доброго ранку. Ми з вами вже знайомі для наших глядачів розмовами про альтернативні сімейні форми для дітей, позбавлених батьківського піклування. І сьогоднішньою нашою темою є патронатна сім'я. В першу чергу я пропоную розказати глядачам, що ж це за особливість така сімейної форми. Ну, ми називаємо її, прежде всего, очень прекрасною услугою, яка вже давно, ще з середини 19 века, діє в Великобританії, в Соединенных Штатах Америки, на сьогоднішній день очень розпространена в странах Європи. Это уникальная возможность сегодня в период деинституциализации. Это часть неотъемлемая этого процесса, когда мы говорим о трансформации интернатных учреждений, о том, что дети должны воспитываться в семейных формах, а не в институциях. Это прекрасная возможность принять ребенка в тот момент, когда я буду говорить не фразами постановы, да, кабинета министров, а постараюсь объяснить, чтобы телезрителям было понятно. Создана особая семейная форма, для того, альтернативная семейная форма, для того, чтобы, когда ребенок оказывается и семья его в сложных жизненных обстоятельствах, не был перемещаем в интернатное учреждение, не получал травму психологическую, о которой мы говорили ранее в передачах. Патронатная семья стала такой возможностью переместить ребенка на время этих сложных жизненных обстоятельств. Иногда, к сожалению, ребенок не возвращается обратно в биологическую семью, но мы работаем над тем, и патронатная семья создана для того, чтобы ребенок временно, до 3 месяцев находясь в патронатной семье, совершалась такая комплексная работа. Фахівці социальной работы працюют с семьей, яка опинилась в складних життєвих обставинах. Ребенок находится в патронатной семье, где семья, которая заранее подготовлена, обучена, чаще всего это и приоритет, это муж и жена, или же другой взрослый человек, два взрослых человека, это патронатный воспитатель и его помощник, согласно постанове, вот, они поддерживают ребенка или детей, которые оказались в этой семье в тот период сложный, для того, чтобы ребенок не получал травму, для того, чтобы ребенок мог пройти реабилитацию, поддержку психологов и так далее. Поэтому я перечисляю, вы видите, уже перечислил целую команду. Просто кажучи, це такий певний період, у який дитина звикає, що вона без батьків знаходиться, без батьківського піклування, але ще не поміщена в установу, де вона одна з когось, з когорти. Да, дело в том, что вот как раз-то для того, чтобы она вообще о какой-то институции, каком-то учреждении, скажем так, даже не знала, потому что мы сегодня называем его прямо из страны развитые местом несвободы, где ребенок не развивается полноценно. Во многих странах запрещено детей до 3 лет размещать вообще в институции, и поэтому это правильно, потому что именно в этом возрасте, я уверен, психологи меня поддержат, ребенок получает вот эту вот непоправимую травму, которая потом влияет на всю его жизнь, на принятие решений. Дети, которые оказались по статистике более 50% детей, которые оказались до 3 лет в институции, в учреждении, в приюте, в центре социальной реабилитации, до 25 лет пытаются или совершают суициды. А в чому ж проблема? Чому заклад, у якому люблять чи няні, вихователі, які турбуються неначе мами, і дійсно за досвідом, я розумію, що і бачила, що у таких закладах люблячі вихователі, які турбуються про дітей, чим же поганий цей заклад і чому необхідний цей певний період перебування дитини у патронатній сім'ї? Да, дело в том, что изначально ребенок так свыше мы созданы, не должен находиться в какой-то здании, в каком-то, в какой-то институции. Никто не говорит о том, что там плохие люди или плохие воспитатели. Мы не говорим сегодня, прежде всего, как наголосил министр социальной политики пан Рева, мы не говорим о том, что вот все, закрыть интернатные учреждения необходимо. Но, возвращаясь к патронатной семье, хотелось бы сказать, что действительно потеря семейной модели, потеря вот этой любви и заботы, чего не может дать, каким бы хорошим воспитатель ни был, не может он дать, потому что там на одного воспитателя, на одного педагога очень много детей. Мы же
таковы, что нам необходимо иметь личную поддержку, значащий взрослый, которому мы могли бы доверять. Но патронатные воспитатели не становятся, патронатные родители не становятся родителями, они не говорят, что мама и папа не обучены тому, что детей готовят, они честны перед детьми, и они говорят о том, что это на время, что да, есть вот такие жизненные обстоятельства, есть сложности на том уровне, который ребенок поймет, и помогают ребенку пережить этот период. После они очень здорово, что в нашей стране сегодня есть хороший опыт такой благотворительной организации благотворительной международной, как партнерство Кожні дитині, где уже более 9 лет есть как эксперимент, он и является пока еще экспериментом в нашей стране, патронатная семья, есть такие гарный досвід, когда дети, находясь в патронатной семье, чаще всего, по статистике сегодня, возвращаются в свою биологическую семью. Часть из них перемещается в альтернативные формы семей и так далее, и всего очень-очень маленький процент дітей потрапляють у інституції. Тобто дитина знаходиться там приблизно до 3 місяців і потім вже вирішується у яку ж сімей, да, вона направлена. За цей час працює оця команда, де патронатні родителі, часть команди, служба в справах дітей, центри соціальних служб. Я так служб. Розумію, що із біологічною родиною також ведеться робота для того, щоб підготувати її, щоб знову повернути дитину. Да, это самое сложное, но самое важное работа, потому что для этого и перемещается ребенок, потому что вот семья оказалась в таких ситуациях. Заболела мама, папа, какие-то сложности с жильем, внутреннее перемещение особы сегодня особливо потребует підтримки в цьому. И поэтому очень много возможностей открывается благодаря тому, что патронатная семья принимает этих деток вот на время. И, как я уже сказал, они все знают, то, что как ребенку, чтобы защитить его права, прежде всего право на семью, каждый ребенок имеет право, и помочь этой семье, поддерживая, да, с ней ведется работа, насколько возможно, чтобы их восстановить, поддержать, для того, чтобы детки вернулись в свою биологическую семью, потому что именно там и должны быть дети сегодня. Мы уже так мимохідь проговорили про те, кто может стать патронатной семьей. Хочется теперь детальніше рассказать, можливо, кто-то из наших глядачів зрозуміє, що він також готовий пройти це навчання. Да. В постановлении Кабинета министра Украины есть четкие критерии, кто может стать. Более подробно каждый человек, который пожелает, я призываю сегодня для этого здесь, скажем так, наших граждан, нашего города, области, Украины, становиться патронатной семьей. Это в приоритете, конечно же, это мама и папа, родители, которые имеют опыт воспитания, успешный опыт воспитания детей. Это все, они об этом узнают специалисты, когда проходит обучение патронатная семья. Также это может быть один из родителей, но обязательно с взрослым, повнолетнюю особо здоровую, взрослым помощником. Один из них получает, или, скажем так, патронатные родители получают на сегодняшний день оплату от государства, помощь финансовую, а также в виде 5 выплат минимумов на сегодняшний день в Украине. И также 2 минимума платятся на каждого ребенка, который приходит в семью, которого размещают в семье. Вот. И, конечно же, есть обучение, как я уже сказал, очень хорошее, важное, качественное обучение. Вот есть поддержка, поэтому не нужно бояться. Обращайтесь в Центр социальных служб права семьи, детей и молоди. Там прекрасные фахивцы, по крайней мере, в нашем городе и области. Тех, кого я знаю, с кем сотрудничаю. Это прекрасные специалисты, которые помогут, поддержат, объяснят. Вы пройдете обучение и будете получать эту поддержку и в процессе. То есть не просто обучили и оставили на ось, я про це хотіла запитати, що коли вже отримала сім'я навчання, вона отримала якийсь досвід і їй надають дитину для патронажу, чи буде якась, знову ж таки, підтримка від соціальних служб, які будуть допомагати, перевіряти, чи все правильно робиться, і, мабуть, також контролювати, чи дійсно патронатна сім'я правильно виховує дитину? Да, спасибо за вопрос. Действительно, з самого первого дня, когда запускается процесс вылучения дитини и перемещения в патронатную семью, уже с этого этапа фахівці соціальної служби
Они координируют этот процесс, они поддерживают и семью. Даже вот обратите внимание, насколько мудро было предусмотрено, когда вылучается дитина, это делают не патронатные родители, они не присутствуют при этом процессе. Иногда, да, конечно, есть моменты, когда нужно, и патронатная семья может участвовать в этом, нужно объяснить ребенку, что это на время и так далее. Вот, но не противопоставляется, что вот эти родители мы лучше, а вот твои плохие, поэтому ты поедешь к нам. То есть минимизируется травма ребенка, и семья в последующий период семья сопровождается специалистами, поддержка психолога, реабилитолога и так далее. То есть все необходимые услуги. Вот почему мы и называем это очень здорово, что это послуга. То есть на сегодняшний день послуга. И, конечно же, это часть системы, это не видокремлено. Это часть системы, которая очень необходима, потому что после и приемная семья, и детский дом семейного типа, если необходимо ребенка переместить в альтернативную форму, они с патронатной семьей сотрудничают, они общаются и в этот период поддерживают и социальная служба, фахівці и так далее. Також хочеться дізнатись про досвід у Миколаєві. Сказали, що це досить нова послуга, вона тільки розвивається в Україні. Чи є вже випадки патронатної сім'ї у нашому місті чи області? І якщо так, то чи позитивні вони? Да, для нас это огромная радость, потому что буквально абсолютно недавно две семьи прошли обучение вот, и подписали договор. Это семья, одна из семей здесь, в Николаеве, и одна в области. Но огромная нужда в том, чтобы сегодня люди, наши граждане нашей страны не переживали, не волновались, не боялись. Потому что мы чаще всего мы боимся того, о чем ничего не знаем, чего не знаем. Поэтому есть две семьи, но мы нуждаемся в том, что очень много детей сегодня нуждается в поддержке посвященных людей. Не просто с большим сердцем, тут нужно очень большое сердце, но в то же самое время они будут иметь поддержку, как я уже сказал, будут обучены, и поэтому всех приглашаем для того, чтобы участвовать, потому что дети сегодня в нашей стране очень нуждаются в поддержке. У нас очень нехорошая статистика. Мы боимся это проговаривать, но я не боюсь, потому что действительно на сегодняшний день нужны люди, которые посвятят себя этому, которые имеют этот опыт воспитания и поддерживают этих детей. Это очень-очень нужно сегодня. Я сподіваюся, що сьогодні, отримавши таку корисну інформацію, дійсно патронатних сімей з'явиться набагато більше у нашому місті та області і стане набагато більше щасливих дітей. Це дуже важливо. Дякую вам за те, що завітали сьогодні до нашої студії.